15 марта в Подмосковье начался сезон летних веранд. Как сообщает Министерство сельского хозяйства региона, собственники ресторанов и других заведений общепита теперь могут начать монтаж сезонных кафе. И уже с 1 апреля при благоприятной погоде принимать первых гостей. С прошлого года открыть летнее кафе стало проще. На региональном портале госуслуг была запущена муниципальная онлайн-услуга. Размещение летних кафе при стационарных предприятиях общественного питания на территории Московской области. То есть предприниматели могут заключить договор на размещение летнего кафе в тот же день, когда подают заявку. Срок получения разрешения – 2 часа.